Советник Рамзана Кадырова может быть причастен к убийству Умара Исраилова. Бывший охранник лидера Чеченской республики был застрелен в Вене в январе прошлого года. В ходе следствия удалось установить связь между австрийцем, подозреваемым в убийстве, и советником чеченского лидера Шаа Турлаевым. Австрийская прокуратура заявляет о его причастности к преступлению. Ранее Турлаев был объявлен в розыск по другому громкому делу. Он обвиняется в организации покушения на бизнесмена Ису Ямадаева.